сентября месяца, как мобилизация началась, я начал туда стучаться, пока вакантов не было. И вот ваканты появились в июне месяце в разведроте. Я сразу впрыгнул, приехал сюда. Жена целиком полностью поддерживает меня в моих, так сказать, делах здесь. Кулаки держит. То есть всегда со мной. Была вылазка у нас на 3 дня. 2 дня мы наблюдали, видели, как происходит смена противника, во сколько они меняются, во сколько они выходят наблюдать из пунктов наблюдательных. И в 3-й день просто ночью отработали, все, и потихонечку ушли. Не были замечены никем, нигде. Сегодня мы получили награду за храбрость 2-й степени, медаль. За выполнение боевой задачи разведку боем проводили малой группой во фронте у противника. В составе малой группы вчетвером выдвинулись к противнику. До противника условно 50 метров оставалось. Проводили разведку боем, выявляли огневые точки, огневые позиции противника. Столкнулись с ними в плотном контакте. Количественное преимущество было на их стороне. Мы отработали, позиции были выявлены. Противник поражен, наша группа откатилась без потерь. Я хочу передать всем горячий привет друзьям, жене, сыну. Все с нами. Скоро приедем с победой.